В государственной службе Чувашии по конкурентной политике и тарифам разъяснили, как будут меняться тарифы на услуги ЖКХ в следующем году. В ближайшие полгода их стоимость не изменится, а с июля запланировано повышение. Разумеется, в пределах максимальных индексов изменения размеров, вносимой гражданами платы. Они установлены соответствующим указом главы Чувашии. Цены на услуги ЖКХ в Чувашии в соответствии с законодательством вырастут с июля 2016 года. Стоимость коммунальных услуг в среднем увеличится на 4-6%, тарифы на воду – на 25%. В некоторых районах и городах, где запланирован ремонт и модернизация водопроводных сетей, этот процент будет еще выше. В Чебоксарах и Новочебоксарске, например, конечная сумма в платежке вырастет на 8%, а в Ибрейсях – на 12,5%. Компенсацией для малоимущих граждан станут меры социальной поддержки. По факту 10 месяцев 18 527 семей получили субсидию. И среднемесячный размер субсидии сегодня составил 885 рублей 54 копейки. Екатерина Степанова, Республика.